Уже третий год подряд Акрон участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень». Выставка очень интересная, очень для нас полезная. Мы здесь имеем возможность встретиться с многими партнерами, заключить массу полезных контрактов и обсудить очень много необходимых вопросов. На стенде компании «Акрон» был презентован наш новый проект по созданию «Акрон-класса». Это аудитория, которая будет оснащена современным оборудованием, на которой студенты могут воочию увидеть, как производятся удобрения, как их можно проанализировать, как их используется. Мы рассказали сегодня про наш статус, про наш путь внедрения ERP-системы, на каком этапе мы сейчас находимся и что еще хотим у себя реализовать. Надеемся, что наши дела в компании приведут к реальным успехам. Рассчитываем только на успех.